Здорово, друзья, с вами Миронов Сергей, и сегодня заключительная тренировочка в зале, скорее всего, потому что осталась ровно неделя до соревнований, сегодня тренируем все тело. И как вам моя швабра на голове? Так, сегодня занимаемся без пульсометра, по состоянию, потому что неохота следить, сейчас сил особо нет. И что, сейчас будет у нас круг, начнем с тяжелого упражнения на ноги, на часть тяжелого, и легкого на грудь и спину, а потом продолжим качать грудь и спину более тяжелых упражнений, ну таких легких суперсет, так что поехали. И вот оно, первое упражнение, гайк присед, ну а будем считать рабочим, скорее всего будет разминочный. И к моему фриковскому прикиду добавилось еще черепаший панцирь, потому что все ремни, которые есть в зале, даже мой, стали мне велики. И приходится придумывать какую-то хрень, чтобы стягивало хотя бы немного в пояснице. Ну что, поехали, 15 повторов. Разваливаются блины, надо добавить замок еще, ну и вес. Ну ладно, следующее упражнение полегче, жим в камере, также на 15. Так, ну что делали? Жимовое движение. Теперь пойдем по верхней тяге. Также на 15. Сейчас слегка отдышусь, секунд 10. И все, и поедем по новой. Все надежно нашим совдеповской ижевском металлургическим комбинатом сделан прекрасный гак. Прекрасный. Посмотрите на выполнение элементов. Кетлер просто отдыхает. Кетлер. Ну что, поехали?
тяжело, но без углеводочки. Поехали дальше. Что, теперь спина. По поводу повторений. В спине в груди делал по 15, а в ногах 12. Ну да, плюс-минус 2-3. Бывает, если есть сила, то обычно доделаю, если чувствую. На 20 раз последний криво, но в любом случае сделаем. Вот с этими весами сделаем 3 рабочих еще, ну получится 3-4 рабочих и дальше пойдем, потому что сегодня на тренировку есть чуть меньше 1,5 часа, так что надо все успеть. Надеюсь, упражнений сейчас 3, может быть 5-7 сделаем, если повезет. По поводу гака, вообще с ногами не тренируйся, большие веса, ну относительно меня, может, они большие, так-то они небольшие, конечно, и вот эти, меньше 100 килограмм гак приседать, наверное, немного совершенно, но ноги у меня не отстают, так что я не парюсь, здесь мне повезло, никогда не качал ноги, тяжело. Вот еще один чудесный тренажер времен СССР, Ижевского металлургического завода, либо не его, хер знает, кто-то мне сказал. Прекрасный тренажер, делаю в районе 20 повторений, увы, вес просто больше не поставить, так бы делал, наверное, чуть меньше, но зато с задержечкой небольшой, так скажем, для прорисовочки груди. Ну что, следующая на спину. Ну и что, закроем этот комплекс изоляции, кроссовим наверх груди и на спину. Уже такая более изоляционная работа. Так, ну и следующим упражнением, заключительным, ну не считая пресс там в конце, будет пуловер в суперсете такой со своеобразной тягой. Сейчас увидите. Take, 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 take
Может, ты попробуй даже упражнение на спину. Забивает очень неплохо. Ну что, и пресс. Ну вот, в принципе, такая тренировка. Вот такая вот форма. За неделю до соревнований. Вот такая вот тренировочка была за неделю до соревнований. Ноги уже тренировать больше не буду, оставлю их на потом. Буду прожимать, и следующая тренировка, если получится, будет у нас в Абрау-Дюрсо на Кубок Яшанькина мчу. Так что кто там, пишите, встретимся. Кто в Дании, тоже пишите, а то что-то никто ни хрена не пишет. Я же хочу в Дании с кем-нибудь пообщаться. Ну ладно, и напишите свои комментарии, как вам моя мочалка на голове. Огонь? Да? Ну даже. Ну круто же, да? Всем понравилось. Всем нравится. Ну ладно, что, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, будьте позитивными, угорайте, вангуйте. И следующие будут видео, скорее всего, как дядя Сережа путешествует. Путешествие тупого качка. Москва, Абрау, Дания. Крутяк. Будет что посмотреть, так что давай подпишись.